Господин мэр, мне кажется, что с ценами на воду вы немножко перегнули. Чего вы взяли? Люди во дворах колодцы роют. А ежи? Охотник хвастается своим друзьям. Ох, вчера была охота, так охота. Зайцы так и валили, так и валили. Заражай и стреляй, заражай и стреляй. А потом даже заражать не успевали, только стреляли. Что с тобой случилось? Понимаешь, я встретил одну девушку и был поражен ее красотой, а потом ее мужем-охотником. А кто это сделал? Спор перешел в такую вялую фазу, что оба спорщики задремали и полудрема продолжали бормотать оскорбления друг друга. Слышал, у деда Петрухи новая женщина. Тоже видел один раз. Сильно она на любителя. Любителя чего? Крепких спиртных напитков. Смотрю на фотографии культуриста из социальной сети и пытаюсь напечатать комментарий, что дельтовидные мышцы следовало бы еще подкачать, а то так не очень смотрятся. И еще кубики на прессе не особо прорисовываются, но все время мешает живот пододвинуться поближе и поудобнее к столику. Бабуль, а чё это у тебя грибы подорожали? Так доллар подорожал, милок. А ты, бабка, за грибами в Америку ездишь? Алёша по полюс идёт по лесу и смотрит. На развилке дорог лежит камень, а там написано: налево пойдёшь, коня потеряешь, направо пойдёшь, голову потеряешь. Повернул он налево, а конь ему и говорит: а дальше ты пойдешь один. Хорошо было бы, если бы нашему сыну досталась жена такая, как ты. Да как же ты можешь такое нашему сыночку пожелать? Полностью переполненный автобус стискивается тупо пьяный мужик. Остальные зрители, остальные пассажиры ему говорят: ты что, не мог сесть в пустой автобус? А тупо львяный мужик говорит: не могу я в пустом ехать, там я падаю. Подписываемся, кликаем на колокольчик,